В дежурную часть Уссурийска поступило заявление 41-летнего приезжего из города Якутск о краже с банковской карты 200 тысяч рублей. Заявитель прибыл в Уссурийск на лечение и временно проживал в гостинице. Там он познакомился с тремя мужчинами. Во время застолья потерпевший дал новым знакомым свою банковскую карту и, сообщив пин-код, попросил приобрести спиртные напитки. Однако ни спиртного, ни карты, ни денег ему никто не принес, а новые знакомые пропали. В эти же сутки со счета заявителя были похищены денежные средства. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались двое иностранных граждан в возрасте 22 и 24 лет и их приятель, 22-летний житель города Уссурийска. Подозреваемых доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания. Полицейскими установлено, что 24-летний подозреваемый с февраля 2023 года незаконно находился на территории Российской Федерации и по решению суда должен был самостоятельно выехать из страны. Однако мужчина проигнорировал решение суда. В ходе обыска у подозреваемых изъяли 93 тысячи рублей. Остальными они успели распорядиться по своему усмотрению. В следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей «Кража, совершенная с банковского счета». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Двоих фигурантов уголовного дела заключили под стражу. Их подельник находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.